Здорово. Здорово. Ну что же, мы теперь играем в дополнение. DLC. К бюро. Где бюро DLC? Ангар 6. За Дасильву, который почему-то в основной сюжетной кампании типа заболел лунатизмом, потом мы его как бы выводим из комы, он приходит в себя. И потом он просто куда-то исчезает. Просто про него уже все забыли. Я не знаю, где он там вообще находился. Может, потому что не выполнена ачивка. Выполнить все расследования в бюро. Ну, вы сами видели, я бегал туда-сюда. То есть, как бы, я не знаю, что там надо было сделать, чтобы что-то появилось. Бред какой-то. Ну ладно, играем в ангар. 6. Тиран на солдате, конечно. Ангар от горя. Нет, нет, я не об этом. Агент Дасильва, как вы назвали эту картинку? Слушайте, в настоящем искусстве важна суть, а не форма. Искусство — это пейзажи или фрукты на блюде, а здесь, как вы сказали? Банки супа. Этот художник — идиот. Я свожу вас к нему на вечеринку. Надо сказать фрукту, что агенты занимаются черти чем. Не согласен. Весь тот месяц мы ловили зараженных, а потом вы притащили меня сюда. И, кстати, что тут надо делать? То же, что обычно. Защищать страну. Да, как и всегда в бюро. Мы что, снимаем кино? Не совсем. Хотя ваша группа будет в каком-то смысле работать на зрителей. Вы знаете, почему зараженные, которых вы поймали, так странно себя ведут? Может, все из-за черной дряни, которая течет у них из глаз? Мы считаем, что кто-то или что-то управляет ими. Русские, наверное. Кто еще? Скажите, агент, что вы знаете о современной психофармакологии? Да, чем я занимаюсь вне службы, мое личное дело. Ответ. По назначению ведут препарат, который позволит установить психическую связь с инфицированными. Да что тут? В смысле? Мы влезем в чужие мозги? Не вполне. Вы будете изучать психическую структуру зараженных в обстановке, которая пробудит их определенные воспоминания. И к чьим мозгам вы нас подключите? Это объект 23. Агент Донован. Нам повезло, мы нашли больного на ранней стадии заражения. Я же не закончу, как он. Все вполне безопасно. Рад слышать. После подключения вы столкнетесь с системой защиты инфекции. Стоп, там защита? Да, но объекту ничего не грозит. А, класс. Так. А вышел сразу на второй уровень, да? Программа испытаний, агент Николас Дасильва. Подвергся эксперименту, цель которого установить ментальную связь с зараженным объектом под номер 23 с помощью комбинации психотропных препаратов и эмоционально насыщенной обстановки. Прямое психоподключение агента к объекту должно помочь нам лучше понять поведенческие аномалии психоподключения. Возможно. И возможно найти способ лечения. Полагаю, что агент Дасильва самая подходящая кандидатура для столь нетрадиционных медработ. Так, где-то там видел я чертеж. Психоактивный газ не часто применяется в психологических экспериментах, однако результаты его здесь. На восприятие оказались весьма любопытными. Прежде всего, стоит отметить чувство сведения и всемогущества.
а также галлюцинации, в которых присутствуют странные, почти волшебные инструменты и оружие. После первого воздействия подопытные говорят об искажении пространства и растяжении времени, затем часто наступает ощущение отделения души от тела, самосознания и даже эмпатическая проекция вид на ситуацию с точки зрения стороннего наблюдения. Этот феномен особенно часто встречается в ходе групповых экспериментов или тех, в которых участвуют подопытные, связанные прочными узами. Щекса, что ли? Вылечивает максимум здоровья, контролирует что-то здоровье после реанимации. Список погибших. Ладно. Готовьте людей. Я помогу вам отсюда. Док, вы уверены, что препарат сработает? Как вы говорите, агент, тут важна суть, а не форма. Набрать агента. Собственно, новое снаряжение. Так. Десять уровней, и как мне тут за одно прохождение полностью окончание? Она чё, блядь, такая же длинная, как основная сюжетка? Так. Добавляем отряд. Знаешь. Агент-разведчик может создать двойника. На время проекция отвлечет. Это я уже в курсе, блядь. Да что такое? Отбросьте ближайших врагов. Блядь. Так, и опять это обучение, да? Мина, установленная инженером, взрывается, когда к ней подходит враг. Установите мины в узких... Мины в узких щелях. Да что ты будешь делать? Агент поддержки может вызывать тяжелый щит. Это на время защитит группу от любого огня. Причем ваши бойцы изнутри по-прежнему смогут видеть. Агент поддержки. Да это я уже все делал, блядь. Заебали. Как же заебали. Так. Вы готовы? Направляйтесь к лифту и начнем тест. Декорации на местах, объект готов, распылители на месте. Теперь нужно собрать группу и надеяться на удачу. Нахуй.
Ну, бредово. Для начала используем минимальную тосу и установим психический контакт с объектом 23. Вы можете почувствовать нечто необычное, но не тревожьтесь. В течение теста мы будем настраивать соединение. Ты нам газ долбанул? Контакт! Док, я... Что-то не так. Я вижу серого человечка. Кажется, он смотрит на меня. У вас должны быть подрывные заряды. Установите один рядом с существом. О, я все вижу. Хорошо, теперь подорвите заряд. О, исчез. Еще много таких будет? Это защитный механизм инфекции, но взрывчатка еще может вам пригодиться. Теперь войдите в домик и нажмите кнопку, чтобы начать. Да ебаный ты в рот. Что начинать-то? Скоро увидите. И запомните, вам придется нажимать кнопки настройки, иначе тест мы не закончим. Вы меня обнадежили. Так странно все. Давай. У нас гости! Берегись, кто или? Суки! Заряд готов! Готово! Покажите ему! Тут нужен заряд! Не заложено! Наша мина сработала! Док, этих тварей, их стало больше, они прямо тут. Инфекция поняла, что вы ей угрожаете. Я думал, это просто галлюцинации. Так и есть, но это не значит, что они безопасны. Контакт! Сектоиды! Бля. Заряд готов. Взрывчатка на месте. Задайте ему по полной. Закладывайте мину. На тебе, сука. Сейчас рванет. Воу-воу-воу-воу.
Оттяните их туда! Сейчас отвлеку их! Бейте по этому! Принято! Снимите его! Вижу цель! Еще чуть-чуть! Этот готов! Внимание! Командир, вы в порядке? Командир, вниз! Мне нужна помощь! Я поставлю вас на ноги! Атакую! Ты их все подорви. Не это место! Не заложено! Ай, достали! Я ранен! Береги! Выбейте их! Защищаю зону! Мне нужна помощь! Все, я проебал. Да сука же. Инфекция поняла, что вы ей угрожаете. Я думал, это просто галлюцинации. Так и есть, но это не значит, что они безопасны. Так, я что-то это. Готово! Взрывчатка на месте! Сюрприз! Пошла! Еще чуть-чуть навали! Так. Отвлеките их! Это их отвлечет! Закладывайте мину! Мина установлена! Задайте ему по полной. Навожусь на цель. Атакую. Как они меб... Они какие-то бараны, они очень неадекватные, вот прям я не знаю, прям вот. Тут нужен заряд. Выбейте их. Кончите его! Заряд готов! Взрывчатка на месте! Стреляю! Минируйте это место! Чисто. Идем дальше. Так.
назад, джентльмены. Да? Контейнеры! Идут! Так. Заряд готов. Взрывчатка на месте. Сейчас рванет. Пошла. Сейчас рванет. Сюрприз. Ох, вас как здесь. Покажите ему. Надо их отвлечь. Навожусь на цель. Тут нужен заряд. Мина заложена. Сейчас отвлекуем. Я не вижу, чтобы мне вообще опыт хоть какой-то давали. Сейчас будет лучше. Сейчас рванет. Так. Готово! Взрывчатка на месте! Пошла! Сюрприз! Прикончите его! Во-во-во-во-во! Что-то мне хреново! Избавляем темп! Закладывайте мину. Мина установлена. У них щиты. Бей! Да что за безобразие? Прикончить его. Принято. Бейте по этому. Принято. Ау. Перезаряжаюсь. Они наступают! Атакую! Бля. Этот последний. Так. Минируйте это место. Мина заложена. Задайте ему по полной. Отвлеките их быстрее.
Угоните их! Обожжусь на Заряд готов! Готово! Пошла! Сюрприз! Отвлечь не получилось! Сложные у вас тесты, док. Понимаю, но все закончилось благополучно. Впрочем, мы только начали. Да хуи, только начали. Включение проводника. После наличия настройки агента Сильва смог установить ментальную связь с объектом 23. Защитный механизм психоплазмоза проявляется в виде серых гуманоидов с извращенными намерениями из-за интенсивной связи, а необходимы для таких испытаний. Эти галлюцинации представляют собой реальную угрозу. Программа испытаний, чтобы подготовить объект 23 к еще более суровым экспериментам, агент Досилио и его команда должны собрать рассеянные элементы психики объекта, подавленные и расщепленные внешним воздействием. Защитные механизмы инфекции наверняка будут не менее, если не более активным мешателем. Никто да еще не сдох. Служебная записка. Нам стало известно, что ключевым фактом в исследованиях психоплазмоза является время подготовки ангара. Если в складском ангаре не будет наведен порядок, то мы не сможем быстро удовлетворять запросы подготовки исследований. Поэтому отныне доступ в ангар 3 строго ограничен. Вход в него закрыт для всех, кроме обслуживающего персонала. Пилот первого класса Ахеон. Ахеон. Высок посмотреть сторону Симы врагам, сторону здоровья 0.33. А, Герда Сильва. Спешу вас оправдать. Первый тест прошел успешно. Впрочем, не стоит сразу же переходить к следующему тесту. Он может оказаться сложнее. Так в голове Донована носятся эти твари? Найн. Никаких микросуществ в его голове нет. Эти образы создают инфекция, чтобы остановить вас. Уже неплохо, наверное. Если мы хотим помочь 23-му и другим, придется победить еще немало таких существ. Я-то думал, будут психологические тесты. Причем тут галлюцинации и отстрел монстров на киностудии. Боюсь, это слишком сложный вопрос. Док, мы там жизнью рискуем. Я не прошу пересказывать теорию, просто объясните, что происходит. Психотропный препарат позволяет вам проникать в сознание объекта. В каком-то смысле. И в его сознании стоит этот лагерь? Лагерь должен пробудить воспоминания объекта, помочь сконцентрироваться. А инфекция мешает нам с помощью монстров. Да, хотя я не понимаю, почему именно так. При следующей встрече обязательно спрошу. Что вообще известно об этой инфекции? Немногое. Мы называем ее психоплазмоз. Похоже, проявляется она далеко не сразу после заражения. Зато потом ты ведешь себя как псих, а из глаз льется черная дрянь. Не совсем. Похоже, инфекция управляет действиями зараженных еще до появления плазмосиликатного геля. Да, в последнее время он был странный.
Отказался от выпивки, когда я проставлялся. Без подобных странностей мы бы его не нашли. Кто знает, что он мог сделать под влиянием инфекции. Как дела у Донована? Ему же не больно? Мы держим его под успокоительными, но физически он вполне здоров. У него есть шансы? Не могу сказать. Но я обещаю, я сделаю все возможное, чтобы спасти его. Ага, обещать легко. Только мы внизу головой рискуем, а вы тут сидите себе, тестируете. Агент Донован очень помог мне при переезде сюда. И если бы мое присутствие хоть как-то ему помогло, я бы сейчас же взял в руки винтовку. Простите, док, без обид. Ничего, давайте вернемся к работе. Да, и правда. Вернемся к нашим тестам. Теперь попробуем изолировать сознание объекта и определить, что за разум его контролирует. Думаете, он придет в себя? Да. Более того, если мы остановим управляющий разум, то, возможно, вылечим вообще всех зараженных. Слыхал, Донован? У тебя есть все шансы стать супергероем. Вы, главное, завершите тесты. Обязательно. Я не подведу. Так необычно. Так, понимаешь, рога из укрытия. Это что? Увеличит радиус имени взрывчатка. И нахуя мне это? Радиус имени взрывчатка. Не вижу в этом смысла вообще. Поднимайте врагов. Это я знаю, поднимайте врагов. О, да. Знаешь, что это такое? Так, у нас там, ребята, новые рюкзаки. Могу его изменить. Оба, не могу изменить облик. Давайте это изменим цвет жилета. Беленький пусть будет. Цвет рубашки. Черненький. Цвет брюк. Серенький. Цвет галстука. Блин, я хочу красненький, но чувствую, здесь нету. Такой, блядь, нелепый, такой малиновый, что за хуйня вообще? Ладно. А это все безопасно? Для нас, да. Препарат принимают только они. Да, но они же вооружены. Именно поэтому тут пули непробиваемые. Угу, все. Никого не уебашили, да? Соберите их, и состояние объекта улучшится. И помните, инфекция будет сопротивляться. Да я уже понял.
Кто здесь? Держись, Донован, мы поможем тебе! Ты посмотри, что тут? Калаш к хренам! Охренеть! Почему его не было в оригинальной игре? Ведь события происходят до... Что? Что происходит? Солдат! Командир! Они готовы к обороне! Атакуем! Он вызывает подкрепление! Так. Сейчас. Начнем. У них своя пушка, у нас своя, значит. Ракетная турель готова к бою. У нас. Закладывайте мину. Тоже есть чем. А! Задайте ему по полной. Пострелять. Стрелюшки. Отвлеките их. Стреляю. Заряд готов. Готово. Але, оп. Это их отвлечение на залог. Сейчас рванет, пошла! Минируйте это место! Прикончите его! Мину установлю! Сука такая. Что со мной происходит? Где я? Похоже, он рядом с машиной. Да пускай подождет сейчас пока. Такой долбоёб-то, блядь. А? Тут нужен заряд. А, я ранен. Мне нужна помощь. Мина заложена. Быстро. Избавляй это. Вверх. Взрывчатка на месте. Готово. Ракеты готовы. Покажите ему. Осторожно! Так, за мной отступаем. Сейчас рванем, а вот и щиты!
засели. Алле, оп! Закладывайте мину. Мина установлена! Укрытие, снайпер! Выбейте их! Прикончите его! Защищаю зону! Бегите их быстрее! Навожусь на цель! Так. Ракетная турель готова к бою. Щиты! Ракетная турель подбита! Атакую! Да, блять, как вы мне дороги, нахуй. Заряд готов, готово. Сюрприз, сейчас рванем. Мы пробили его щиты, навались! Задайте его по полной. Стреляю! Веры, да, там куда-то? Лучше убирайся отсюда! Нет, мутон! Ох уж мне эти ваши мутоны-бутоны. Тут нужен заряд! Мина заложена! Нам нужны ракеты, быстро! Он вызывает подкрепление! Прикончите его! Алле, оп! Ракеты готовы! Навожусь на цель! Заряд готов! Взрывчатка на месте! Они в броне! Отвлеките их! Блять! Минируйте это место! Ёбан ты! Да блять, вот. Готово! Взрывчатка на месте! Сейчас рванем! Сюрприз! А вот и щиты! Покажите ему!
Цель уничтожена. Все. Просок объект 23 удалось сохранить, и мы можем уже не опасаться того, что наш эксперимент нанесет ему непоправимый вред. Теперь его психика под надежной защитой, и мы продолжим искать следы влияния чужого разума. Блядь. Это оказалось немного скучнее, чем я мог себе представить. Ну да ладно. Может, я просто уже устал? Или не, вообще мне просто разочаровало там последние, когда. Так, на 30% сражает урона, 7 бойцов, взрывчатки, гранаты. Просто когда там последние были миссии, и Картер оказался таким вот. Каким-то не таким, каким он был всю игру. Короче, типа он сорвался. Мне это огорчило очень сильно. Программа испытаний. Теперь, когда нам удалось обезопасить рассудок объекта, агент Досилва пытается выступить в непосредственный контакт с внешним разумом, источником психоплазмоза. При его дипломатических навыках есть надежда на успешный переговор. А тем не менее, поскольку мы имеем дело с неизвестной формой разума, нужно быть готовым к худшему. Это Донован, так, ага, образование, выпускное шесть, история, смехолин, кремень, душевный, родственники, да, умерли, ну все поумирали. Да. Печальный персонаж. Ну, надо попиздеть, да? Вы поняли, о чем говорил Донни? Ну, что он там не один? Объект 23 говорил о разуме, который им управляет. В следующем тесте мы попробуем разобраться, что это за разум. И это все, что мы можем для него сделать. Я настоятельно рекомендую вам не проявлять эмоциональной заинтересованности. Агента Донована спасут разум и осторожность. Сантименты ему не помогут. Повышен. Ура! Да, я знаю, как это работает. Да, спасибо. Спасибо. Наш старый лагерь. Осень. Да. Вспомните школу, людей, которые вас окружали. Так, я лучше вот это возьму. Я предупреждаю на смерти. Я типа уже прокачанный, да чё это? Так, снаряжение. Ранее жильца. Так. Можешь поменять.
качать. Мы выделили мозговую активность самого объекта. А это что такое? Похоже, это и есть кукловод. Вы говорили, эта тварь контролирует людей. Как это проявляется? По-разному. Кто-то прекращает есть или калечит себя, кто-то устраивает диверсии и причиняет боль другим. Мы примерно понимаем, как это происходит, но не знаем зачем. Попробуем с ним поговорить, если он не собирается нас убивать. Судя по активности головного мозга. Чего? Тебе больно. Мы можем помочь тебе. Кажется, мы нашли его. Так. Заряд готов. Готово. Так. Ты. Беги сюда. Защиту. Сюда. Уже иду. Ебанешь по ним. Вот так. Ты. Свою жопу подрываешь сюда. Кидаешь мину сюда. Ставишь. Вот так. И отпугиваешь их, если что. Оттуда. Угоните их! Все будет хорошо. Слушай нас. Мы поможем тебе. Закладывайте мину. Не жайте нахуй помощь. Не избавляй темп. Мина заложена. Вверх. Нет. Бей их. Назад! На месте. Готово. Вот так вот. Так. Поднимаю. Я пустой.
Нет, спасибо. Мне и так хорошо. Тебе больше не нужно бояться. С нами не будет боли, не будет сомнений, тревог. Враг атакует! Берегись! Так. План действий. Ракетную турель, туда! Ракеты готовы! Укрыться! Меняю позицию! У них броня! Поднажми! Заряд готов! Готово! Нет! Блять! Черт! Тут нужен заряд! Мина установлена! Закладывайте мину. Мина заложена. Так, пусть ближе не подходит. Тоже. Заряд готов. Взрывчатка на месте. Сейчас рванем. Сюрприз. Отступаем. Ты, блядь, иди давай, сюда. Ибо не так. Нам вот так. Ракеты, быстро. Бараны аж пиздец. Цели уничтожены. Скоро ваш страх закончится. Мы поможем вам. Правда? И дорого нам это обойдется? На пути к совершенству боль неизбежна. Смерть некоторых нежелательна.
но неизбежен. Стреляй! Четыре твари в броне! Блять, да как вы заебали же меня! Рычажка на месте! Вверх! Спрячьтесь вон там! Иду! Поднажми! Пошла! Тут нужен заряд! Мина заложена! Ставь ракетную турель! Защиту! Сюда! Ракеты готовы! Разгоните их оттуда! Пусть побегают! Закладывайте мину! Мина установлена! Бей их! Да ёбаный ты в рот, надо от этого мочкануть. Сам, блядь, баран, ты должен здесь быть. Спрячьтесь вон там. Ракетный турель готовый к бою. Иду. Наша мина сработала. У них броня. Блять, сколько же там еще? Ракетная турель подбита. Заряд готов. Готово. Закладывайте мину. Мина установлена. Толчок. Сейчас будет лучше. Сейчас рванет. Сюрприз. Субтитры
мной! Тут чисто. Идем дальше. Что тебе от нас нужно? Вы, люди, слабые, растерянные, испуганные. Мозаика исправит вас, научит вас, подготовит вас. Подготовит к чему? К тому, чтобы принять нашу помощь. Сильва, повторяю, как слышите меня? Герда Сильва. Док, я тут пообщался с Мозаикой. Нам надо поговорить. Срочно. Завершаю тест. Возвращайтесь немедленно. Так, Агента Сильва вступил в контакт с чужим разумом, который называет себя Мозаика. Этот разум охотно сообщает и заявляет, что хочет помочь своим жертвам. Но его система защиты по-прежнему оказывает нам яростное сопротивление. Притягивает. Экспериментальное микроволновое оружие шаривает противника заживо, оставляя от него лишь кучку пепла. Интересно. С оружием 20% увеличит точность оружия на 35%. Доктор Дрезнер, я понимаю, что у вас очень плотное расписание, но все же не могли бы вы взглянуть на наш новый опытный образец, микроволновую пушку, и прислать мне свои комментарии. Оружие создает сфокусированный пучок микроволновой энергии, который заставляет молекулы вращаться и накапливать тепло. При обращении с оружием соблюдайте меры предосторожности. В ходе разработки несколько исследователей получили ожоги внутренних органов, особенно прискорбный случай произошел, когда один стажер попытался использовать оружие для приготовления пищи. Подобное применение микроволн не одобряю. И учитывая данные результаты, я считаю весьма опасными. Доктор Чемберс. Программа испытаний необходим дальнейший контакт с Мозаикой. Мы обязаны выяснить, с какой целью чуждый разум ищет контакт с человечеством и какова природа его влияния на людей. Мы ведем модель объекта 23, которая позволит досили оценить намерения Мозаики по отношению к ней, не допуская вмешательства галлюцинаторных механизмов защиты. Мой друг, вы взволнованы. Вы что-то выяснили? О, да, Генрих, мы кое-что выяснили. Тварь. Эта штука Мозаика говорит, что готовит нас к чему-то, что будет совсем скоро. Если учесть, что инфекция не похожа ни на одну другую болезнь на Земле, боюсь, остается только один вариант. И это не русские, так? Мы не видели на Земле ничего даже отдаленно напоминающего эту инфекцию, но она укладывается в теорию Гера Фолка относительно чужих. Обсудить бы все с моим розманским коллегой. Не отвлекайтесь. Если оно не с Земли, то что вообще творится? Боюсь, Мозаика готовит нас к первому контакту с инопланетной расой. Боже. Я надеялся, вы этого не скажете. Не отчаивайтесь. Возможно, мы еще остановим эту Мозаику. Да уж, ладно. Еще пара тестов, и мы сможем разобраться с Мозаикой, так? Да. Мы что-нибудь... Да. Удачи, Нико. Повышен! Повышен! Шрапнель. Урон от взрывчатки до силы увеличен на 50. Радиус поражения взрывчатки увеличен на 3. Давай, конечно, шрапнельным. Красавица щитом. Плазмы. Да видел я это, видел я уже все эти ваши. Так. Да, новое оружие, я хочу его сейчас испытать. Снаряжение.
Пушка. Микроновая пушка. Николай, что ты скажешь, что гранцы? Да? Раньше, ну, то есть... Это нет, надо, типа, знать, там, да. Так. Я бы еще... тебя я прокачал, да? А, точно. Значит, это... Точняк. Тут с камерой микроновая пушка, она типа пистолета. Но сколько там патронов, вот этого я не знаю, потому я взял автомат на всякий случай. Так, ну что ж, отправляемся в путь. Для кого? Чтобы это понять, мы используем модель объекта 23 и наблюдаем за мозаики и за ее целями. Контакт! Хорошо сидят мрази, видите? Модель сейчас на балконе того дома вдали. Ты мешаешь мне. Печально. Так. Ну, вы вот заебали. Нам нужны ракеты, быстро! Ракеты готовы! Тут нужен заряд! Мина установлена! Что-то мне нехорошо! Да что ты как-то быстро-то? Поднимаю! Еще один на мой счет! Типа... Ручная граната! Ты такой вот баран вообще мне бесишь. Начинаем движение. Ну хуй ты не понимаешь вообще. Закладывайте мину. Готово! Взрывчатка на месте. Сейчас рванем. Мина заложена. Ладно, мозаика. Чему ты собралась нас готовить? Твой народ будет подготовлен к встрече. Мы сведем к минимуму вероятность любых трагических недоразумений, чтобы никто не пытался сражаться с вами. У них щиты! Бей! И кто ты? Полетели. Так. Давай ты вы. Видите укрытие? Двигаюсь. И заливали все. О, как здорово, да? Толчок! Выглядывай! Хера
ты в какой жопе вообще? Сейчас будет лучше. Заряд готов. Готово. Как же тут вот сложно с этой вот... Защиту сюда. Двигаюсь. Тут нужен заряд. Ракетную турель туда. Сейчас рванем. Сюрприз. Плазменное поле. Быстро. Сейчас будет плазма. Вызывайте огонь на себя. Назад. Выходите и берите ублюдки. Да. Все. Да бегу я, бегу. Патроны нужны. Что это, блядь, за бассейн? Так, сейчас по-любому какая-нибудь оборона. Нет, нет, не слушай его. Все хорошо, Донни. Нужно двигаться. У нас гости! Нужно выходить! Это просто человек! Смотрим по сторонам! У них броня! Снимем защиту, чтобы вы вошли в нашу империю легко и просто. Ставь ракетную турель. Ракеты готовы. Толкайте. Мы тянем их. Сожгите этих ублюдков. Минируйте это место. Мина заложена. Хер узнает. Чё да как будет? Заряд готов! Взрывчатка на месте! Полетели! Плазменное поле! Не теряем темп! Почти прорвались! Разгоните их оттуда! Ракетная турель подбита! Подведите меня! Ходу! Продолжение следует...
О-о-о-о-о! Я сбежал! Пошла! Сюрприз! Эй, вы чего? Я ранен! Мне нужна помощь! Вер! Заряд готов! Взрывчатка на месте! Плазменное поле, быстро! Сейчас будет плазма! Толчок! Тут нужен заряд! Мина установлена! Назад! Ракетную турель, куда? Ракетная турель готова к бою! Избавляй темп! Укрытие! Атакую! Цель уничтожена. Помни о долге. Ты служишь в бюро. Вы будете готовы к новой жизни. Все отклонения будут стерты. Старая связь, друзья. Семья. Враг заряжает щит. Блять. Вот же жопа. Ставь ракетную турель. Да блять, ты дебил нахуй. Кретин ты ебаный. Сука, как они бесят вот эти нахуй в неуправлялки ебанутые. Укрыться! Минируйте это место! Ой ты, блин. Сука! Иду! Меняю точку! Кима. Поднажми! Плазменное поле! Так. Мы дадим! Еще чуть-чуть! Навали! Поднимаю! Так. Цель поражена! Суки! Тут нужен заряд! Мина установлена! Укрытие! Меняю позицию! Плазму туда! Бей их! Да,
Давай быстрее. Нам нужны ракеты, быстро! Ракетная турель готова к бою! Полетели! А что, если мы разрушим всю твою подготовку? Последствия будут неприятными. Я пока прерву тест. Дасильва, прошу вас, возвращайтесь. Мы еще не закончили, Мозаика. Во-во-во-во-во. Похоже, Мозаика с помощью ментального воздействия готовит человечество к первому контакту с пришельцами. Это объясняет многие известные нам действия зараженных, в том числе их попытки подорвать национальную, а возможно и планетарную безопасность. Понятно. Развитие психоплазмоза. Психоплазмоз четко делится на два этапа. Латентный этап поведения и черты характера объектов слегка изменяются, что затрудняет правильную постановку диагноза. Изменения варьируют от стремления к изоляции и самоанализа до маниакальной паранойи. И нанесение, даже в крайних случаях, психоплазмоз сложно отличить от психического расстройства. Острый этап начинает не сразу. Причин, запускающие его, пока не ясно. Возможно, должно пройти определенное время или же подействовать какой-то внешний фактор. Однако не заметить изменений нельзя. Из глаз и носа и рта пациент начинает непрерывно выделяться плазмосиликатный гель. На этом этапе поведение больных меняется еще сильнее и напоминает психотическую вспышку. Пострадавшие часто прибегают к насилию. 19 из 23 известных случаев обычно с летальным исходом. Способы распространения инфекции, долгий латентный период мешает их лечению. Однако малая распространяемость позволяет исключить, в частности, передачу воздушно-капельным путем и при физическом контакте. Метод лечения неизвестны. А заражение, скорее всего, вода. Метод посмотрю 4-7 раз. Хуйня. Странная хуйня. Программа испытаний. Связь между Мозаикой и зараженными очень прочна. Способ ее поддержания мы пока до конца не понимаем. Однако она действует в обоих направлениях. Мозаика отдает команду объекту и воспринимает импульсы от его органов чувств. На этом этапе эксперимента мы надеемся передать объекту Дасильве дополнительный импульс через связь с Дасильвой. Если передача окажется успешной, этот раздражитель вызовет у Мозаики определенную реакцию, что докажет возможность влиять на нее с нашей стороны. Так. Мы временно подавили сознание объекта 23, но мы должны понять, как нанести удар Мозаике. Чё-то у него щупальца торчат, я не понимаю. К
Скажите, что вы сможете ее остановить. Мы попробуем использовать связь мозаики с шахтами. С правильным сигналом мы могли бы создать контур обратной связи. Возможно, это вынудит мозаику пойти на крайние меры. Разорвать связь со всеми зараженными. Если сигнал будет достаточно сильным, мы заставим мозаику отсоединиться от всех зараженных. Повыше. Запас гранат, охуеть. Так. Здоровье. Так. И будет вот это вот сейчас добавим в отряд. Чё нет? Да, понятно. Че, все? Новый враг. Новая война. Почему у него как будто бы ебало все в пепле? Танцы. Так, вы действительно думаете, что все получится? Да, это вполне вероятно, учитывая прочность связи. И если мы сможем влиять на мозаику... Мы сможем сделать ей больно. Так, ну я думаю, сейчас можно прерваться, в принципе. Потому что уже как бы посидел, да? Надо далее что-то делать. Ну все, давай, счастливо. Я думаю, вторая часть будет последней.